Ну что, друзья, всех приветствую, с вами команда More Games, и, как вы помните, в одном из прошлых роликов мы, так сказать, установили рекорд и очень быстро апнули глобулов. И мы подумали, почему бы с этими глобулами не провести один очень интересный эксперимент, а именно, сколько мы сможем продержаться на этих званиях, играя без остановки. Но, конечно же, все не так просто. Под это все мы заготовили розыгрыш, стартовая цена которого 50 тысяч рублей. И за каждую нашу победу из розыгрыша будет доставаться 1000, а в случае, если мы будем проигрывать, то 1000 будет возвращаться. То есть, таким способом мы попробуем скинуть сумму розыгрыша, но посмотрим, что у нас получится. Посмотрим, что у нас выйдет, друзья. Это будет прям интереснейший эксперимент. Мне действительно интересно, сколько мы вообще сможем продержаться на этих званиях. И какой по итогу будет розыгрыш. Сможем ли мы скинуть эту сумму, или же она останется около там 50 тысяч? Давайте смотреть. Давайте смотреть, но в любом случае, друзья, розыгрыш сегодня будет 100%, поэтому присаживайтесь по удобней, обязательно смотрите до конца, потому что розыгрыш будет в конце. Не забудьте про лайк, конечно же. Всем желаю приятнейшего просмотра, ставьте ваши ставки, так сказать, пишите в комментариях, что вы думаете, что нас ждет. Ну а мы, собственно, начинаем. Ну поехали, пацаны, это, конечно, будет что-то новенькое для нас. Не блочь. Такого, ну прям такого мы еще не устраивали. Это действительно, я даже не знаю, что получится вообще по итогу, сколько мы повыигрываем, насколько долго продлится наши победы и когда мы, собственно, сольем этого глобула. Слишком много вопросов, но ответ очень интересно получить. Собственно, именно поэтому мы этот ролик и записываем. Мне интересно реально, какой будет итоговый розыгрыш. Сейчас, короче, мы проигрываем, еще сверху добавим к этим 50 тысячам. Но это будет прикольно, конечно. Но 50 тысяч это жирно. Это прям такой розыгрыш неплохой. Так что нам нужно побеждать, господа. Нам нужно продержаться. Деньги горят. Мне интересно, реально, вот сколько у нас. Просто 50 побед забираем, розыгрыш отменяется. Не, ну я в такое не верю. Потому что на глобулах иногда такие ребята попадаются, что еще мы будем играть в коротком режиме. Тут звание слетает только так. Пару поражений и все, до свидания. Можно очень легко лишиться звания. Так. Замечательно. Пока начинаем с выигранного раунда, это радует. Беспокоиться пока не о чем. Все только начинается. А, кстати, самое-то главное. Я сразу просто и на всякий случай даже обновлю эту страницу. Вот просто сколько у нас в общем побед. Сейчас вот 972 победы, 145 ничьих и 820 поражений. Кстати, а что мы с ничьими делаем? Ничего, по сути, просто. Ну, ноль. Наверное, ничего. Наверное, ноль, да. Просто ничего не меняется, не прибавляется, не убавляется. Я что-то даже об этом не думал. Ну, в общем, вот такое вот количество побед по времени. У нас 5 часов почти. Но самое главное, что я к этому ролику подготовился и как раз поспал 4 часа. Скорее всего, я сегодня буду играть прям до талого. Так. Я даже еще не пострелял особо. Да они не дают как-то пострелять. На бусте. Да там все в миду, по-моему. Да, там очень много. Мейн один, двое. Да мейн два. Один каленый. Или что там за дигл стрелял? Хайвей уже близко. Хайвей выходит. Слушайте, а тут двое у нас уже каленых. Как бы... Хорошо, Марат. Один в планте, а еще. Ой, они бегают круто. Давайте, ребята, нельзя проигрывать. Чёрт! Ноу! Пожалуйста! Ты куда вправо ты стреляешь? Мама! Хорош! Мы 2-5 просто забрали этот раунд. Я уже думал хоронить его на самом деле. Ну ладно. Вообще надо, конечно, пристреляться. Что-то я еще вообще не разминался. Такой зашел, как будто, не знаю, на сильверы зашли играть. Нет, тут будет очень тяжело на самом деле. Особенно в некоторых катках там такие ребята нам будут попадаться. Без проигрышей тут вообще никак не обойдется. Вопрос только реально, насколько долго мы сможем держаться. Посмотрим. Я под винт выйду. Он мою голову пробил. Под вент дал тычку ему, Никита. Он никуда не пойдет. Он в вент зашел, вент. Еще, там еще под винтом. А, нет, я походу не дал в голову. Под винтом еще один, Никит. Бомба у мейна. Двое. Он прошел обратно. А, один в гараже. Я слишком далеко зашел. Один под винтом. Хорошо. Nice. И тоже был гараж. Тоже был гараж, но бомба в начале мейна. Хорош. Ну все, ну прям видно, пока заряд уверенный. Посмотрим, какой он будет в конце. Токсик и калаш стоит. Я убил мейн, ребята, я крут. А мы еще в мейне есть у нас? Да, он умер уже. Я ухожу, у меня мало хп. Ой, блядь, нет, напал! Двери не ты нападает. Спасибо за помощь. Ну там реально опасный человек. А! В мейне сидит, представляете? Представили. Представьте себе. Ой, прям че. Ой, какой грязный прием сейчас. Это комбо жесткое было. Это просто уничтожение произошло. Ну что-то какая-то совсем легкая первая игра. По-моему. Да. Тут уже шансов. Ну, мы уже не проиграем, как минимум, в этой игре. Я спину взял. Спину бежит. Голова.
Все, спина. Я помогу. 9. Бомба там застряла. Марат, спина пробегай, я заменяю. На будке топал, может винты быть. Да, он, наверное, туда и лезет, потому что спины нет. Да я сейчас сам к нему приду, что он там, блин, задумал? Молодой! Пацаны, ну найс, конечно, пушит. Я не попал немного, я был близок. Ребята все равно выиграют. Винтрум близко. Хорош. Смотри, они вообще ничего не ждут. И на спине. Ёпан, у тебя еще. Последний спина. Можете вдвоем сыграть. А, я тянул прошу. Ну, можете и в соло поиграть, конечно. О, без головы. Нормально ты ему плюнул. За что задушил? Ну так, ладно. Расслаблялся. Это самая легкая скинутая 1000. Ну тут, походу, низкие звания какие-то. Ну как низкие? Ну нам показалось Бигстар и Беркута, наверное. Ну там один человек, считай, играл. Повышение это халява нет. Была. Это была халявная катка. Получается розыгрыш 49 тысяч уже. Почему Никиту все заигнорили? Он говорит, повышения нет. Очень обидно, конечно. Я не услышал. Ну да, ну да. Ну мы так примерно, ну можно считать здесь средний Бигстар. Мы так примерно и подумали, потому что, ну, как-то простенько. Ну, чтобы мы на таких званиях выигрывали 9-0, мы, бывает, даже на сильверах, на голдновых так не выигрываем. Тут просто подбор странно сработал. Это была халява. Продолжаем, господа. И, друзья, перед тем, как мы продолжим этот интереснейший ролик, я предлагаю залететь на замечательный MyCSGO и открыть интереснейший кейсик, который мы уже давненько так не открывали. Я даже его уже потерял. Это кейсик Сквидварда, который стоит, конечно, нехило, но обычно он прям классные скинчики насыпал, поэтому давайте 5 раз его зарядим на 9000 рублей, ну и надеюсь, что что-то интересное он нам сегодня принесет. Обычно здесь действительно неплохо выпадало, и... Опа! Дигл пищали, я тут вижу, а сколько... А! Я даже не увидел! Да, походу мы очень зря не открывали этот кейсик. Реально давно мы уже его не пробовали. 2 дигла общей суммой на 31 тысячу. Это жестко. Это очень жестко, и я это точно заберу, и это точно продавать мы не будем. Слушайте, неплохо. Неплохо, прям на такую сумму мы уже очень давно не открывали. А давайте попробуем еще и актуальные кейсы. Почему бы и нет? Может, и здесь еще фартанет. На 6 тысяч давайте зарядим. Ну, я, конечно, уже не верю, что еще и здесь может повезти, потому что, по-моему, всю удачу мы уже заюзали. Хотя... Хотя, на самом деле, тут так-то... Чё-то сегодня прям насыпало от души. Давно такого не было. Слушайте, MyCSGO, конечно, сегодня порадовал от души. Что ж, на этом мы, пожалуй, сегодня остановимся. Мы и так чё-то сегодня разошлись. И напоследок, друзья, я, конечно же, хочу напомнить про наш замечательный промокод MY40, который даст вам аж плюс 40% к пополнению. Этот код и, конечно же, саму ссылочку на сайт я оставлю в описании. Поэтому забирайте годноту, а мы продолжаем. На Мираже такой простой катки уж точно не будет. Это точно. Это миллиард процентов. Уже коннектор, вообще, возможно. Я думаю, что и на кэше будет потно, но получилось как получилось. Вот это уже другой уровень должен быть. Коннектор уже. На этой карте умеют играть все, вне зависимости от званий. Хорошо. Выпало у них. В кон, наверное, зашли, либо... У окна, типа. Есть война уже. А, в коне. Раз. Подожди, акба, а ВП куда улетел? Дядя, отдай ВП! Вот он. Дангл убил. Ага, хорошо. Вот. Под Б молик дали. Да, походу там оба. Выезжаем на разборки, господа. Сейчас будет выбивание. Так, кто где? Я кухня. За дом зашел, дом запрыгнул. Справа, скорее всего, стоит. Нет, он пушил, он умер. Понял, понял. На машину дай мой. Этот, форс. За плентом. Убил. Хорош. Все прекрасно. Ну, пока 2-1 начинает, в принципе. Ничего такого. Но раунд уже слили. В яме, походу, будет выходить, представляете? Медуни пропрыгнул, бедолага, блядь. Там еще один медл был. Да. У меня хата мало. Я сейчас сконнектор. Кто это в яму пытается выйти? Еще с ямы кидали флеш. Убил. Ой. Блин, я почти попал. В яму выскочил на Тетрис. Не выскочил. Да? А, от него. Это точно он? Это не он. Да, вот убил. Хорошо. Хорошо, господа. Свидание. О! Что? Нифига он меня развел. Он просто под мой выстрел испарился. Хорош. Человек просто пропал под выстрел. Дал смог. Коннектор. По-моему, зашли коннектор. Возможно, я что-то такое слышал. Тетрис это зашел. Ну, вроде нет в коне. Бомба выпала. Дефолт убили. А! Из ковров вышел. Ковров за смоком где-то. Упал вниз, возможно. Под коврами. И между пикает. Мне пизда. А нет. Марат, давай тут посадимся. Тетрис убил.
Да, тут хорошо. Ну тебе дальний. О, блядь, опять дальний, что я говорю? А как садится? Нычка, хорошо. Да. Ну что-то как-то... Что так просто? Что-то пока вообще сопротивления мало. Я думаю, нас сейчас отпинают на мираже. И нас действительно отпинали. Вот с этого момента со счета 7-1 мы не смогли взять ни одного раунда. Да, и такое случается, такое бывает, но вот просто не везло. Максимально не везло, даже вот все клатчи, которые были там, ситуации один в один, они все были проиграны, были очень близкие раунды, но не получалось абсолютно ничего. И даже на ничью мы все-таки так и не смогли выйти. Катку, собственно, мы проиграли, и розыгрыш, получается, возвращается к прежней сумме, к 50 тысячам. И все начинается по новой. Ну и давайте посмотрим, что будет дальше. Но в этой катке смотреть, на самом деле, реально было нечего. Это просто было ужасно, поэтому давайте пропустим все это говно и просто пойдем дальше. Да, здравствуйте, господа. Но Геник право дал смог. Нифига, как же они закидывают. Дефолт, еще. За белый зашел. Летит прям плюс вы. Реально. Здорово. Добрый день. Никита в мидл пошел с бомбой. Все нормально. Yeah, nice. Ну, они сейчас будут ждать тебя, наверное, в миду с бомбой, а ты туда не придешь. Скам какой-то будет. Какой-то Никита, да. Они очень расстроятся, наверное. На этом. Крой. За электриком стоит. Два. Сейчас слева. Ай. Хорошо. Вертига это реально какое-то читерство. Давайте. Ну давайте Инферно теперь запустим. Мне кажется, там будет что-то интересное нас ожидать. Что-то примерно такое же, как на Мираже. Ну ладно, на Мираже нам просто в очень многих моментах не повезло. А им наоборот, там вообще все залетало что-то за КТ. Я даже не ожидал реально то, что пацаны так камбэкнут. Это жестко было. Но здесь что-то легко. Сейчас на Инферно будет повторение Миража. Не хочу. Ну ладно, надеюсь, что мы получше там сыграем. Нихуя. Я почти его пропикал, и мне нужно было дальше идти. Но один стоял близко, второй в пункте. Я почти до него дошел, начал зачем-то отходить от этой флешки. Зачем? О, блядь. Я не верю, нахуй, уебище какое-то. Блядь, близко у стены. Да. Ебать, они такие задроты, они друг другу флешки накидывают, блядь. В этом ничего такого нет. Но я говорю, я чуть-чуть до него не дошел. Я мог его сразу убить. Погнали, смог. Че тут тянуть? Как будто у нас шансы есть. Там Китон живой-то. КТ, бля. У нас вообще тут нас в этой игре один чел уничтожил. Так, ну глобово 27 на 9 чел настрелял. 27 на 9. Не, ну 3000 стоило, он оправдал свои. Ну да, в этой игре, да. Ну я не знаю, вообще, в этой игре не залетало ничего у меня вообще. 50 тысяч, но вообще, сдвинемся с этой цифры или нет? Кринж какой-то. Вообще ужасно. Не, ну главное, что мы держимся пока. Ну надо, я не знаю, что-то мне даже Инферно теперь долгое время не хочется играть после такой катки. Отвращение какое-то теперь. Ладно, главное, что никого ничего не слетело. Ну, давайте оверпас сыграем. Ну и челлендж мы затеяли, конечно. Ребята, нам нужна победа. В срочном порядке. На фонтан детскую прошел. Не прошел. А теперь мы с Никитосом бежим в спину. Он умер. Понятно. Коннектор есть. Я по 13 прыжках. Я дал голову, минус 84. Так, фонтане умер. А где? Коннектор, двое выбегали, они выбежали, наверное. А, да, на шариках уже. Очень хорошо. Очки тип. Сейчас будем работать по данной информации. А, двое опять нападают со всех сторон, я в шоке. Последний в между там. Фига, он раскрутился. Хорошо, давайте, ребята, нам нужно уже разгончик какой-то брать, нужно несколько побед взять в ряд, потому что, ну, мы сейчас на грани, наверное, вот если мы эту игру проигрываем, у нас есть шанс потерять глобову, уже, хотя мы только-только начали, сколько мы играем, 2 часа всего. Это будет самый быстрый ап глобова и самый быстрый слив в таком случае. Этого глобова мы быстро апнули, так же быстро его потеряем. Хорошо или плохо? Я убил, не убил, нет. Еще детская был. Минус 52 идет шорт, Йохан, живи. Выше. Ой-ой-ой. Муха лонг. Ой-ой-ой, смотри, как пикает. Какой рой, попади. Никиту показать. Не, ну, я бы сам, наверное, не попал. Он так быстро бегает с этой мухой. Нет, ты, видимо, до этого не видел. Ну, мне, наверное, повезло. Да так, и почему вы бы пошли? С бомбой пошел на бомбу. Да, я не знаю, Игорь, типа, не попал? По кому? Желаем тебе удачи, боец. А, где? Потом не он не знал. Ага, скам. Я получил свой ассист какой-то. Ой! Хороший тайминг. Ого. Хорошая флэш. А че за флешка такая? Покажешь, как делается так? Конечно. Надо было фейкануть диффуз. Ну ты что, козел? Ну да. А ты успеваешь? Да, да. Едва ли. Ну, Марата все было идеально рассчитано изначально вообще. Не, ну он как-то прям так сыграл. Я думал, что он хотя бы близко шорт ждет. Ну, на диффуз просто выйти сразу же убить. Так, Б летят опять, двое шорт.
Минус 51. Да, на бывает скучно, конечно, играть. Ситуация не очень. Я чуть не умер. Около кона один. Еще один сидит. Монстры сверху. То Йохана не читают, у Йохана имба позиция. Прошли уже в план. Оба не вижу я. Убьешь? Убьешь? Не убьешь? Не, брат, не-не-не. Ладно, я помогу тогда. Ну, он очень каленый, все, он умер. Я не ну, боюсь. Пора перетяжку на бэдди. Но этот Савиком, он вообще вам ничего не сделает. Я пошутил. Сразу ставит. Гонг пошел, да. Он, наверное, в толчки. Он прям так бежал, мне кажется, он в толчки пойдет. Диффузни и смотри толчки. Кажется, слева сдается будет. Да. Ой-ой. Коннектор зашел. Этот... Ой, мне горел все это время. Хорош, горен. Там еще один в коннекторе. 12 хп. Снял. Я даже не слышу то, что огонь по мне дамажит. Сижу такой спокойный в молике. Он разгорелся так нормально. Ну, ладно. Держимся, ребята. Держимся. Не повысил. Да блин. Да блин, как так? Нам нужна серия реально побед. У нас пока все очень не очень. Ну, получается, у нас 3 победы, 3 поражения? Такая же статистика? 3 победы, 2 поражения. А, 2 поражения. Ну ладно. Ладно. Не все так плохо. Но нам нужна серия реально сейчас побед. Пора бы уже. Мы просто... Ну что это? Мы одну забираем, одну проигрываем. Ну да, пока так себе выглядит вообще. 49, ребята. Ставка понижается. В третий раз! Пушит, блядь, ну боёб! Я жёлто смотрю. Он на мой релот пошёл пушит. Побился! Ай, пунсе забежал. Правый буст убил. А почему ему насрать на меня? Ещё один, по-моему, на правый пошёл. Да, где-то там примерно. Ещё пунсе. Минус 63. Вообще, дебил сыграл. Так, ладно. Первая наша серия из 2 побед. Ого. Охуеть. Долбоёбы! Они вдвоем жали мейн тип своего, просто уебал. И вышел. Пещера, аккуратно, пещера жмет. Смотрю, бублик. Пещеру взял, ну не знаю. Прям занял ее точно, я не знаю, пушит или... Убил, убил его, убил его. Здесь подъем, подъем аккуратно. В пунте может быть. А вот он. Да, в пунте. Я иду, брат, жди. Охуеть. Не, ну это хуйня какая-то. Чем мы такие кринжовые? Ну вот он так вот тикает на всех. Я знаю, он вообще, да. Меня тоже, меня он тоже жестко убил. Так, игра на тоненьком, господа. Очень на тоненьком. Блин, Калёна там, минус 71. Он за яичко сидит. А еще один прям на крови минус стоит. Минус 90. Двое, походу, на подъеме. 90 падал. Минус. Да, ну мы сейчас зря полетели на них. У тебя двое. Звучит так, как будто у нас сейчас глобово заберут, на самом деле. Проходит под А, я слышу. Ага, несколько людей, так... много, много, много. Но они что-то так стали жестко ставить. Да, я пропушил дверь, я начал уже отходить. А, Вик уже, и там и снизу еще идут. Это ГГ. Че, почему? Ну, серьезно, что это? Две хаешки ровно в меня дают. Бэ! А, у меня Суприм. У меня тоже. Всех Суприм. Достойно. Всем сняло просто. У нас было две победы и ничья. Одно поражение нам сняло. Сколько мы поиграли? Мы сыграли... Это восьмая игра, вот эта. Я думал, мы будем долго держаться. Слушай, 227 минус. Сколько мы играем? 3,5 часа где-то? Ну, 4 почти, да? Ну, где-то так. Плюс-минус, да. Недолго музыка играла. Что? Что за говно? Да я вообще не ожидал, что сейчас понизит. Я думал, нормально. Парни, целую 1000 скинули. Подожди, я просто игры открываю. Как ужасно мы вообще отыграли некоторые игры. Да вроде, ну, не так. У нас либо разрывные счета, либо мы отсасываем. Да, какое-то говно вообще, баланса вообще нет в этом никакого. Мы реально, типа, выигрываем 9-1. Сливаем просто в салат, так же, можно сказать, в сухую. 9-2 выигрываем, 9-1 выигрываем. Сыграли в ничью, ну там тупую игру мы, конечно, тоже отдали. Там можно было забирать. У нас какой счет там был? 6-2, по-моему? А 8-2. 8-2 нас откамбэчили просто. Как и на Мираже. Но мы камбэков очень много отдали сегодня, конечно. Такой кринж.
Как долго мы... Я думал, что мы играть будем реально много, очень. В целом, рассчитывал... справедливо, за 8 игр мы подняли глобала, и за 8 игр слили. Так-то да. Нет, я что-то не ожидал. Я думал, реально мы нормально продержимся, нормально поиграем, но как-то странно, я не знаю. У нас сегодня что-то как-то местами не пошло. Да я не знаю, я бы, знаешь, как описал. Типа, мы действительно расслабляемся в легких этих играх, мы спокойно выносим и настраиваемся на какие-то легкие игры. Потом попадаются какие-то потники, и мы просто не можем под них подстроиться нормально. Вообще не... Вот в это CSGO вот такую играть вообще невозможно. Я просто не понимаю, как это вообще... Подбор говно. Все говно. Да мы даже, ну, мы против Супримов там играли этот Overpass. Там сидели Супримы, мы их 9-2 выиграли. Ну, по-моему, это Overpass был. Я вообще не понимаю, как здесь кто играет, как под кого подстраиваться, как играть в эту игру. Ну, я не знаю, реально, вот ты просто пристреливаешься по ботам каким-то, которые вообще как будто первый раз в игру зашли. Следующая игра, против тебя также играют. Просто какой-то слишком дикий разброс. Звание одно, но игры вообще абсолютно разные. Уровень игры вообще слишком кардинально различается. Это очень странно. Я думал, что мы реально дольше здесь пробудем. Это было максимально странно сегодня. Это самый тупой обсер, который мог вообще произойти. Надо было просто одно вертиго играть и все. С две катки 9-1. Не, ну я не ожидал такого расклада, честно. Это самое тупое, что вообще. Это самый великий обсер. Ну реально хуже не было вообще у нас никогда, наверное. Чтобы мы так быстро какой-то челлендж обсирали. Как всегда, просто ожидание реальность. Ты ждешь то, что ты будешь играть там часов 12 минимум. За 4 часа мы просто слили этого глобала. Кринжатина. Что ж, мы смогли скинуть целую 1000 с нашего розыгрыша. Вот это я понимаю. Вот это, конечно, цифра получилась. Ну ладно, зато для вас, друзья, получается прям клевый розыгрыш. И, собственно, все скины, которые мы будем разыгрывать прямо сейчас у вас на экране. Первое место у нас там ножик за 13 000. Второе место авик за 8 000. И третье ножик что-то около 5 000. В общем, ну, неплохой такой розыгрыш получается. Всего будет 10 мест. И вот самый дешевый скин, по-моему, стоит около 2 500. А все остальные там по 3-4 тысячи. Короче, прям хороший такой розыгрыш. И, друзья, чтобы в нем поучаствовать, вам нужно всего лишь подписаться на наш телеграм-канал и нажать там кнопочку «Участвовать» на последнем посту, получается, на посту с розыгрышем. А дальше вступить в наш дискорд-сервер. И, конечно же, подписаться на нашего спонсора MyCSGO, на их личный YouTube-канал. Это тоже обязательное условие. И все условия, вот эти вот все, получается 4, ну, можно сказать 3, потому что Telegram можно засчитать как за 2. Ну ладно, 4 условия: подписка на Telegram, нажать на кнопочку «Участвовать», подписаться, вступить в наш Discord-сервер и подписаться на YouTube-канал MyCSGO. Вот такие вот условия, все очень просто, и результаты этого розыгрыша будут подведены уже через 10 дней, поэтому поспешите поучаствовать. Все ссылки вы, конечно же, найдете в описании. Всем желаю удачи, друзья. Конечно, сегодня произошел великий обсер, но зато приятное для вас. Приятный розыгрыш, в котором вы, ну, я думаю, что обязательно поучаствуете, потому что скинчики сегодня прям кайфовые. Что ж, еще раз всем удачи, друзья. Все ссылки внизу. Участвуйте, принимайте участие. Не забудьте, кстати, про лайк на этот ролик. Мы старались, не очень, конечно, получилось, но ладно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем желаю удачи. А с вами была команда MoreGames. Всем до скорых встреч!